приятно отметить то, что Череповец сохраняет лидирующие позиции. Я напомню, что из 30 лучших практик 8 являются череповецкими. В этом году мы внедрили еще 10 практик, таким образом создавая необходимую инфраструктуру для развития и поддержки среднего бизнеса. Мне хотелось бы высказать слова благодарности той команде. Это прежде всего компания «Северсталь», которая активно с середины 90-х годов участвует в развитии и создании инфраструктуры малого и среднего бизнеса. Агентство стратегических инициатив, агентство городского развития, инвестиционное агентство, специалисты мэрии, представители малого и среднего бизнеса, представители деловой общественности, активные общественники, которые принимают непосредственное участие в разработке заседаний рабочих групп, в внедрении, практическом внедрении этих проектов. Что для Череповца малый и средний бизнес? Это более 50% рабочих мест на сегодняшний день. Это более 50% налоговых поступлений, собственно, доходной базы в городской бюджет. Это развитие инфраструктуры и сервиса, формирование комфортной среды проживания в городе. Конечно, мы очень заинтересованы в том, чтобы малый и средний бизнес развивался более динамичными темпами. Но для этого необходимо создавать услуги. Какие? Мы очень четко определили. И я уверен, что те практики муниципальные, которые наработаны и в Череповце, и во многих других активных городах, стали основой для развития малого и среднего бизнеса, они лягут в основу развития региональных практик. И на федеральном уровне удастся изменить позицию по трем наиболее важным предметам. Это прежде всего система кредитования, налогового регулирования и законодательная база, которая во многом влияет на динамику развития малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня шла речь.